цена равнодушия. Почему собаки казахских пород тазы и тубет оказались на грани исчезновения? Мы только на словах говорим, что любим их и относим к семи ценностям казахского народа. Но на деле так еще ничем и не помогли тазы и тубетам. Если мы официально не зарегистрируем эти породы, они могут бесследно и навсегда исчезнуть с лица земли. Что мы должны сделать, чтобы сохранить и закрепить происхождение пород казахской тазы и тубет за Казахстаном? Сейчас за тазы идет жесткая борьба. Происхождение этой породы пытаются присвоить себе и россияне, и кыргызы. Почему кинологи бьют тревогу? На все вопросы дадим ответы сегодня в очередном выпуске программы «Бюро расследований». В переводе с казахского на русский язык означает «собака» и происходит от древнетюркского языка. Эти сведения сохранились в тюркских письменных памятниках. Неудивительно, что на казахском, туркменском и кыргызском языках слово «ит» одинаково в переводе на русский означает «собака». В трудах выдающегося ученого, этнографа, историка нашего времени Серикбола Кондыбая он рассматривает происхождение мифологических образов собаки и волка от единого первоначального образа, образа первохищника. Только в силу того, что собаку все-таки удалось приручить человеку, ученый уверен, что эти два зверя могут быть как взаимозаменяемые на типологическом уровне персонажи, так и не похожие друг на друга, имеющие собственную природу. Собака – первое прирученное человеком животное. В качестве времени ее одомашнивания исследователи указывают период мезолита – 13-7 тысячелетию до нашей эры. Но нельзя отрицать возможности, что охотники приручили собаку в более ранний период. Собака – превосходный сторож с чутким слухом, обладает прекрасным обонянием и способна безошибочно найти дорогу к дому. Не случайно именно собака среди домашних животных была ближе всего к человеку. Преданного друга и надежного помощника относят к одной из семи ценностей казахского народа. На особом счете были две казахские породы – таза и тубет. Порода тазе появилась на просторах казахской степи еще 3000 лет назад. Говорят, что она не упускала добычу, которая попадалась ей на пути. Шли времена, менялись и разновидности тазе. На сегодняшний день в Центральной Азии можно насчитать три группы тазе. Есть три разновидности тазе. Первая – борзая тазе. Вторая – тазы для охраны овец. И третья – тазы для охоты на зайцев. Эти особенности тазы в каждом регионе разные. Собаководство, разведение породистых тазы у нас рассматривается однобоко. Однако это неправильно. Например, я всем рассказываю об особенностях разведения тазы в своем регионе. И эту классификацию тазы многие могут воспринять как общепринятую в Казахстане. Но на деле это не так. Нужны всесторонние исследования. Сначала в каждом регионе. Затем полученную информацию нужно обработать и объединить в единый целостный материал и сделать соответствующие выводы. Редактор
трезвость, выносливость и зоркость тазы сочетается с хорошим чутьем, злобой к зверю и маневренностью. Тазы могут долго бежать со скоростью 12-15 км в час, а при преследовании добычи могут развивать еще большую скорость. Самой сильной разновидностью казахской тазы считается кумай-таза. Она очень быстрая и хваткая. Инстинкт охотника заложен у тазы природой. Обучать охоте щенков начинают с 6 месяцев, а уже 8-9 месяцев с ними можно выходить на охоту. Хорошо сложенное телосложение, своеобразная манера охотиться, скорость, ловкость тазы. Если бы все эти характеристики вобрала в себя одна собака, то она была бы сродни волку. Тазы могут самостоятельно вести охоту, без участия гончих на косуль, зайцев и лис. Всеми этими качествами обладает именно кумай-таза. Это тигр, арлан, 2 жаса. Его зовут Туйгын, Арлан. Я привез их из Карагандинской области. Пережили 2 зимы и на косуль охотятся. Вот буквально на днях поймал волка, прямо на глазах гостей из Астаны. Впервые вышли на след волка. Например, есть такие тазы, которые отлично охотятся на зайца. Но когда видят в качестве добычи барсука или волка, то боятся нападать. А эта собака охотится на всех, не выбирает. И таких тазы у казахстанских заводчиков много. Чтобы охотиться на волка, рост не нужен. Главное – отвага. Если у тазы есть отвага, то комплекция собаки роль не играет. Есть, например, крупные тазы, но они боятся идти против волка. А если тазы бесстрашен, то любой волк станет легкой наживой. Например, в степях Сары-Арки есть крупные породы тазы, которые способны завалить любого волка. Вот, например, в России есть порода русская псовая борзая. Когда они выходят на охоту, им гончие собаки помогают выйти на след потенциальной добычи, затем они догоняют ее. А у нас эти две функции – поиск и непосредственную охоту – выполняет одна собака. Нужно только вывести ее на открытую местность, где водится живность. Дальше она все сделает сама. Это единственная порода в мире, которая обладает такими качествами. Алмаз и Абылай – заводчики. Буквально с прошлого года они начали заниматься содержанием и разведением тазы. Объединив 3 заводчиков, они создали специализированную организацию «Асыл-Казына». Основная цель – увеличение численности тазы, вывод чистокровных собак, регистрация. Но самая главная миссия – получить международную регистрацию на казахскую тазы. Если мы официально не получим международную регистрацию на тазы в Международной кинологической федерации, кто-то сделает это раньше нас. Итак, за право на получение патента в очереди, кроме Казахстана, стоят Туркменистан, Россия и Беларусь. Кроме того, мы не можем участвовать в международных выставках. И никому не докажешь, что эта порода была выведена в Казахстане и считается у нас в республике национальным достоянием. Сейчас порода на грани исчезновения. Например, в соседнем Кыргызстане каждые 3 года проходит Салбырын. Там они, можно сказать, прям рекламируют свою национальную породу собак, которая называется тайган. Для участия в этом мероприятии они привлекают все страны тюркского мира. У нас же такая работа проводится очень пассивно. Со сменой традиционного уклада жизни с кочевого на оседлый казахи стали меньше уделять внимания тазы. Появление огнестрельного оружия, упразднение традиции аристократической охоты не могли бесследно сказаться на значении тазы в жизни охотников. И их роль постепенно отходила на второй план. Между тем, в древние времена стоимость одной породистой тазы могла достигать немыслимой цены. Так, в 1917 году на черном рынке за одну тазу давали 47 голов лошадей. Спустя 20 лет – 37 голов. А в 1947 году стоимость тазы оценивалась в 27 голов лошадей.
Интересный факт, сохранившийся в истории, свидетельствует о том, что, когда девушку выдавали замуж, в качестве приданного давали тазе. Доподлинно известно, что в 1937 году, во времена голода, одна тазе за сезон могла принести добычу в 300 зайцев. Этого хватало на то, чтобы прокормить население всего аула и тем самым спасти людей от голодной смерти. Но в последующие годы численность тазы начала стремительно сокращаться. По подсчетам кинологов, в 1939 году насчитывалось 7 тысяч тазы, в 90-х – 3 тысячи, в 2005-м – 700, а в 2012-м всего насчитали около 300 тазы. Ситуация начала меняться в последние годы. Так, по словам собаководов, на сегодняшний день в республике насчитывается около 7 тысяч тубетов и чуть больше 3 тысяч тазе. Из них только у 700 тубетов и 500 тазе есть официальные документы, подтверждающие их породистость. Мемлекет тарапынан біраз көмек болса деп, соған бір қол ұшын берсе деген бір. У всех, кто занимается разведением, облагораживанием породы тазы, есть единственная просьба – оказать государственную поддержку в вопросе по международной регистрации тазы, чтобы параллельно с разведением вести работу по регистрации четвероногих, чтобы у каждого тазы был паспорт. Так у арабов есть национальная порода собак. Их по-разному называют салюки или слюги. У русских – русская гончая борзая. Все они официально запатентованы и имеют паспорта соответствия породе. И только тазы пока так и не имеют официальной регистрации. Если не получить патент в ближайшее время, то официально Казахстан лишится права называться прародиной тазы. Итак, соседняя Россия наступает на пятки и заявляет о том, что их страна является прародиной как тазы, так и тубетов. Пока у них нет документов, чтобы подтвердить этот факт. И эта историческая несправедливость может произойти, если в ближайшее время в республике не примут необходимых мер. Бәріміз ол жеті қазына деп жақсы көреміз дағы, ал енді нақты. Мы говорим, что тазы – одно из семи ценностей казахского народа. Но конкретно для сохранности и популяризации породы мы еще ничего не сделали. Мы стоим на пороге катастрофы, которая лишит нас нашего же наследия и истории. Например, войлок запатентовали бельгийцы, кымыз – Германия. За тазы сейчас вон и россияне борются, и кыргызы. Это говорит о том, что к тазы проявляют большой интерес и за рубежом. Вот недавно в Москве прошло большое собрание. Под породу азиатская борзая они хотят отнести тазы, и дело сейчас стоит за малым – собрать всего 1000 собак. Если они это сделают первыми, то наша казахская тазы уйдет под эту же квалификацию. Чтобы запатентовать казахскую тазы, нужно зарегистрироваться в Международной федерации кинологов в Бельгии. 90 государств уже являются членами этой организации. Чтобы крупная федерация закрепила тазы за Казахстаном, нужно довести численность тазы с официальными документами до 1000 собак. Казахтың мынау тазысының санын 1000-ға жеткізбекшіміз. В настоящее время мы планируем довести численность тазы до 1000. Если к этому моменту у всех из 1000 будут специальные документы, подтверждающие породу, мы сможем происхождение кумай-тазы оставить за Казахстаном, чтобы обозначить, что эта порода выведена в Казахстане. Мы выдали паспорт чуть более 300 собакам, но еще много тазы без документов находятся в отдаленных районах страны. Для всеобщей регистрации тазы и тубетов в республике нужно принять закон. По словам кинолога Владимира Эка, эти две породы собак в 2010 году на официальном уровне, по документам, были зарегистрированы как национальное достояние. Даже был подготовлен соответствующий законопроект, но он так и не был принят. Поэтому теперь наряду с Россией и другие государства хотят побороться за то, чтобы запатентовать тазы. Большинство стран, членов этой организации, международной кинологической организации, зарегистрировали свои породы. Конечно, наибольшее количество их у Германии, Франции, Италии и так далее, у Испании. Но все страны желают зарегистрировать свою породу, потому что это очень престижно для страны. Помимо чисто имиджевых таких
плюсов. Это дает и экономический плюс, потому что новая порода всегда вызывает ажиотаж и интерес. Таза является, по сути, прособакой. То есть это источник происхождения всех борзых на планете. И она почти в том первозданном виде, в каком и была 3000 лет назад. А охота с такой собакой в наших бескрайних степях почти не изменилась за 3000 лет. И, естественно, это привлечет сотни тысяч охотников со всего мира, чтобы посмотреть, поучаствовать в этой реликтовой, по сути, охоте, прикоснуться с историей всего человечества на самом деле. Поэтому, безусловно, сохранять нужно, работать нужно, но и необходимо для того, чтобы обезопасить себя, потому что не только Россия, с которой можно договориться, имея полный пакет документов для подачи заявок о регистрации нашей породы, и все-таки убедить их не подавать свою, ну, такие же планы имеет и Турция. Под названием «Султан Тазы» зарегистрировать тазы как турецкую породу собак. Есть еще один фактор, сдерживающий так называемую перепись собак. Ни одни заводчики в Казахстане не зарегистрированы в официальную ассоциацию. Все заводчики работают самостоятельно или собираются в отдельные мелкие ассоциации. Эта проблема и не позволяет получить полную достоверную информацию о том, сколько и где тазы насчитывается всего по территории республики. Конечно, нужна крупная организация, которая бы объединила все ассоциации. На сегодняшний день все они работают, каждая сама по себе. Это и Союз кинологов Казахстана, Федерация Тазы и Хансонар. Если какая-то из этих организаций проводит выставку Тазы, то члены других объединений в ней не участвуют. Каждая из них работает самостоятельно. Их как будто ничего не объединяет. Если объединить их усилия, базы собак, которые зарегистрированы в каждой из этих организаций, еще привести тех немногих тазы, которые сохранились за границей, можно было бы целенаправленно работать уже над патентированием породы. Еще раз повторюсь, нужна крупная организация. Все владельцы тазы и ассоциации должны войти под эгиду одной крупной организации. По отдельности никто не добьется успеха в этом деле. Если порода тазы славится грациозностью и скоростью, то тубет считается самой сильной породой среди собак. Насчитывается 116 пород собак. Среди них самая крупная и клыкастая — казахский тубет. К тому же это самая древняя порода, которая считается прародителем многих современных собак, говорят заводчики. Несмотря на внешнюю суровость и массивность, тубет очень миролюбивый пес и никогда не бросался ни на хозяина, ни на охраняемый скот. Вам наверняка известно, что собаки породы тазы, они и вправду лучше всего способны охотиться. У них превосходно развиты такие качества, как скорость и ловкость. А вот тубеты могут противостоять волкам. Если щенками тубетов привлекать к выпасу овец, лошадей, то она в последующем будет очень хорошим помощником пастуху. Тубеты очень преданы своим хозяевам, но их число с каждым годом уменьшается. Если обратиться к статистике, в 1939 году число собак породы тубет в республике достигало 19 тысяч. Сегодня из официально зарегистрированных не насчитать и тысячи. По словам специалистов, в сложные времена нелегко пришлось и тубетам. Например, в 1930 году, когда богатые уезжали в другие страны, самых отборных представителей породы они забирали с собой. Кроме того, тубетов во времена военных действий привлекали для нужд фронта. Так же, как и с тазы, сейчас с тубетами нужно решить вопрос по их регистрации и увеличению численности породы. Так как же мы сможем зарегистрировать надежного друга кочевников в культурное достояние?
тек қана мемлекеттің қолдауымен ғана біз бұны заңдастырамыз да, халықаралық бұл да. Мы сможем зарегистрировать эту породу только при поддержке государства. В международной классификации они числятся как среднеазиатская овчарка. Там не написано «казахский тобет». Узбекская, таджикская, туркменская и монгольские собаки также входят в классификацию «среднеазиатская овчарка». И наша тоже находится в этом же списке. Наша цель – сделать так, чтобы выйти из классификации «среднеазиатская овчарка» и запатентовать нашу породу, как казахский тобет, чтобы эта порода стала национальным брендом. Казахы төбет деген несін өзіміздікі бөлек, как бренд сияқты алуымыз керек те. Уралбек Кайсанов уже не первый год возглавляет Республиканскую федерацию Таза Төбет Бөрібасар. На сегодняшний день в ней насчитывается 47 төбетов и 13 таза. Вот уже более 20 лет он занимается селекцией. В разговоре с нами обмолвился, что было бы неплохо, если бы государство поддержало казахстанских собаководов. Ведь в конечном счете все эти вопросы упираются в создание одного закона. Если бы после публикации статьи президента «Семь граней Великой степи» был бы принят соответствующий законопроект, удалось бы поставить логичную точку во многих вопросах. Но пока депутаты не торопятся принимать такой закон. По словам специалистов, чтобы внести тазы и тубет в список национального достояния, нужно еще поработать около 2 лет. Только потом появится возможность провести перепись собак на законодательном уровне и получить патент Международной ассоциации кинологов. До сих пор в республике нет условий для того, чтобы определить официальную численность этих пород. Нужно провести перепись в селах, отдаленных местностях на зимовках. Нужно создать условия для участия собаководов из отдаленных сел и районов в выставках, чтобы эксперты дали свою оценку, зарегистрировать их в конечном счете. Если все поголовье будет зарегистрировано официально, будут активно проводиться выставки. Мы бы быстрее всех зарегистрировали и получили бы документ казахской национальной тазы. Заводчикам из отдаленных уголков нашей республики нелегко участвовать в выставках, ведь стоит учитывать расходы на трансфер, да и не каждый перевозчик согласится на борту перевозить собак. Нужно обеспечить их специализированным транспортом или выделять деньги на транспортировку. Если привезти 5 собак, допустим, из Кокшетау в Астану, учитывая затраты на дорогу, оплату за участие в выставке, придется раскошелиться приблизительно на 50 тысяч тенге. Эти расходы оплачивают сами заводчики. Именно поэтому казахстанские тазы и тубеты практически не участвуют в международных выставках. Если посмотреть, то выставки собак не считаются видом спорта. Сейчас все активности собаководов проводятся в формате выставок. Тазы и тобеты с незапамятных времен были верными спутниками наших предков. И развивать это наследие – хорошая инициатива. Ведь собаки вошли в агропромышленную программу. Я думаю, что в ближайшие несколько лет мы будем рассматривать соревнования собак как отдельный вид спорта. Спорт жағынан қарастырып, енді енгізілетін шығар спорт түрі деп. Если создать условия для проведения официальных спортивных соревнований с участием собак, узаконить эти мероприятия, то сами бы заводчики из отдаленных районов и сел были бы заинтересованы в регистрации своих животных и получении официальных документов, подтверждающих их родословно, уверены специалисты. Стоит отметить, что за годы независимости Казахстан не успел запатентовать многие национальные сокровища. На такие исконно казахские бренды, как Курт, Козы, Беспармак, патенты получили иностранцы. Японцы, например, запатентовали Курт. Узбекистан – Козы, Карта, Шужик и Беспармак. Есть упущение в международной регистрации не только казахских блюд, но и национальных пород собак. Породу тубет уже запатентовали россияне, как среднеазиатские.
азиатскую овчарку. Патент на собаку получил и Туркменистан, зарегистрировав ее как породу алабай. Теперь Казахстану грозит расстаться и с патентом на казахскую борзую. Туркменистан, Россия и Беларусь планируют зарегистрировать эту породу как собственное достояние. Неужели мы и в этот раз проявим равнодушие, фактически отдав национальное достояние в чужие руки?